Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста, чем вы кажется? И в частности, в своей работе я приводил пример. Господин соискатель, вам задали вопрос. А я на него продолжаю отвечать. Есть процедура определенная. Спасибо. Лицензия, официальная лицензия. Лицензия по всем ручкам. Он, к сожалению, ушел, но оставил свои заключения по поводу данной работы. Лицензия, поскольку лицензия носит предписательный характер, то я считаю, как у нас уже принято заключительную часть, он отмечает, что работа заслуживает положительной оценки. Никаких замечаний. Ну, что-то, да, руки написаны. Может, что-то есть, ничего не понимаю. Почерк очень замечательный. Да, почерк очень замечательный. А вот видно, да, вот исследование, а нет, список источников. Методика центра бескобильности. Поэтому нет. Ничего не можно сказать. Спасибо. Руководителя тоже нет, поэтому ваше последнее слово. Я хотел бы сказать спасибо родному университету за те знания, за то образование, которое мне дали. Хотел бы отметить преподавателей, которые давали нам эти знания. Если бы ты еще брал. И спасибо. Просто спасибо. Если бы ты еще брал, это спасибо. Ну что ты, я взял. Итак, у нас сегодня провели защиту 13 работ, дипломных работ. Что могу сказать? Я думаю, что на комиссии вам сейчас свои впечатления от этого действия изложат. Слушаем вас. Ну, хочется отметить общее такое впечатление, что сегодня было очень легко почему-то работать. Прям как-то так легко. Это вы скажете. Интересно было слушать, были очень интересные такие оригинальные темы. Большое всем спасибо выступающим. Спасибо. Да, ну так как я поздно пришел, да, послушал две хорошие работы, очень понравилось. Третья оказалась чуть-чуть ниже по уровню, но поздравляю вас. Сегодня день очень богатый, очень удачный день был. Мы даже на перерыв не ушли, а решили удовольствие это не прерывать, продлять его как можно дольше. Спасибо вам. Темы были очень интересные. Темы были настолько разные, что когда иногда читаешь просто название дипломной работы, диву даешься, что оказывается вот такой аспект разбирается, и на самом деле все это интересно. По-разному студенты подошли к раскрытию этих тем, но общее впечатление очень хорошее, потому что ну, сегодня правда хороший был день. Дай Бог, чтобы и другие дни, которые остались еще, да, были не хуже. Так и передайте вашим коллегам. Спасибо. Поскольку я каждый день заседаю, просто каждый день. Я все ждала, когда ко мне придет чувство морального удовлетворения. Но все никак не шло. И вот сегодня оно пришло. Вот. Сегодня был достаточно звездный день. Вот еще тоже хочу согласиться с членами комиссии, что по атмосфере, по энергетике сегодня был самый легкий день. Никогда еще такого не было, чтобы прошли 13 защит, и мы не удалялись на перерыв. Вот такого никогда не было. Может быть, отчасти дело в том, что фактически судьба диплома решается на защите. Вот. Я очень надеюсь, что те, кто не добрал необходимые баллы на предзащите, защиты себе это компенсируют. Итоги будут подведены к вечеру.
А результаты будут вынесены завтра на федеральной доске, вы сможете с ними ознакомиться. Я искренне всем желаю, чтобы эти результаты вас обрадовали. Вот. Я думаю, каждый из вас понимает, сколько усилий он затратил на диплом, какой результат он должен.